Всем привет, как я слышу, поиграем в игру «Лунтик. Пропавшие краски». Не самая интересная игра, но и в то же время свои любопытности здесь есть. По крайней мере, мне нравится сам сюжет и вот эти вот анимационные сцены. Там геймплей не самый интересный, но тоже неплохо. Такая музычка немножко погромче поставим. Для лунтиковской атмосферы. Может, мой голос будет хуже слышно, зато лунтиковская атмосфера будет лучше. О, теперь музыку хорошо слышу. Даже, по-моему, излишне. Вот так. Все, погнали играть. Надоело жевать одно и то же. Когда мы, наконец, станем ба... Вупсень, ты как? Ух ты! Вупсень! Вупсень, смотри, что я нашел! Что там? Какая-то коробочка! Лови! На! Шкатулку дядю Шнюка в лицо! Эй, ты что делаешь? Больно же! Я нечаянно! За нечаянно бьют отчаянно! Да ну эту коробку! Пойдем лучше траву жевать! Пойдем! А то я что-то проголодался! Не пошли, говорят. Но тут беда случилась. Все стало серым. Прям как в зайчике. Непорядок. Лунтик не должен быть как зайчик. Лунтик это совсем другое. Ой! Что случилось? Куда делись краски? Ай-яй-яй, что со мной? Что же теперь делать? На тебя напало проклятие старых фильмов. Что это? Ух ты! Какая красивая кисточка! Как здорово! Я снова стал прежним. Она, наверное, волшебная. Может, она и листики окрасит? Почему он не окрашивается? Ну вот, наверное, краски закончились. Что же теперь делать? Придумал! Попрошу друга помочь мне. Помоги мне, друг! Держи! Хочу сразу похвалить эту игру за анимацию. Анимация здесь выглядит довольно прикольно. И эта игра намного подвижнее, чем другие игры Лунтика. Игры Лунтика обычно неподвижны, а в этой игре прям много таких вот подвижных элементов. По крайней мере, тут есть полноценные анимационные ролики. И они очень даже активны. Так, может, погнали. Ну, а сам геймплей представляет из себя вот это вот. Так, чтобы помочь Лунтику, кликай по группам из трех и более одинаковых фишек, чтобы удалить. Кликай по группам из трех и более одинаковых фишек, чтобы удалить их. Ну, так когда три в ряд. Ну, не совсем три в ряд. Ну это тоже, когда три штуки вместе и ты жахаешь. Тоже довольно клишированная игра, точно так же, как ты, блин. Так, окей. О, жахаем. Это камушки. Когда ты удаляешь фишки рядом с ними, они разбиваются. Чтобы пройти уровень, тебе нужно разбить все камушки. А, да, я знаю. Это стандартно для таких игр. Ты должен успеть пройти уровень за отведенное время. Да понятно, это стандарт для подобных игр. И я к тому же это прохождение этой игры уже полностью смотрел. Давным-давно в детстве. Но в принципе, если бы я не смотрел, то я бы, наверное, не заинтересовался в этой игре. Скорее всего, если бы не смотрел давным-давно. Еще трясемся. Так, на. Так, это лунтик уже жахнули. Опа. Уровень пройдем! Довольно быстро. Пойдем, дочек, и мы становимся лунтиком. Мы лунтик, ура! Отлично, 31 секунда всего. Так, окрашивается земля. Так, дальше. О, вот такая фигура интересная. Так, лунтики, сразу жахаем снизу. Так намного выгоднее. Это мы всегда успеем принести. Так. Но к тому же они падают вниз. Тем более успеем принести. Так. Лунтики поганые. Не дают мне лопнуть тут все и я. Так, Узи. Жахаем этот кубик. Опа. Стремляем все эти кубики. Кубики, так, ладно, лунтиков. Торт. Когда же можно будет жахнуть эти? Что можно жахнуть, чтобы так хорошо все попадало?
этой стороны лежат. Ничего не так. Опа, наконец-то. Наконец-то. Все, мы не станем хорошим лодчиком, скорее всего. Не отличный комплект. Мы станем хорошим комплектом. Или еще чего похуже. Почему себе процента? Нет, все еще лунтик. Видимо, ниже 80% равно куча. Так, окрасилась травка снизу. Что мышка дергается? Не дергайся, мышка. И все будет окей. Так, появились бомбы. Это бонус-бомба. Если ее взорвать, она уничтожит все ближайшие клетки и фишки. Так, на! Бомба взорвется, когда она станет частью группы не менее чем из трех одинаковых фишек. Ищи и взрывай бомбы, чтобы быстрее пройти уровень. На! Хи-хи-хи-хи! На! На! Бомбы! Взрывай! Уничтожай! Так. А, о, тут и кто остались сверху! Джонни, они на деревьях, так сказать. Так. Нажимаем. Да ё-моё. Придётся кружить. Так, сначала кучу скушим. Это надо сюда скинуть. О, как много куч, может, это было ничего не здорово. А тут лунтик. Это что за... Это типа пауза, что ли? Или что это за глаз? А, лунтик. Отлично, так, окей. Я сказал окей. Нажимайте. Заделенела травку. Здесь и... И цветочек все запарил. Это все кнопка. Хотелось посмотреть анимацию. Если активировать этот бонус, он уничтожит все клетки и фишки по горизонтали и вертикали. Эх, это хорошая кнопка, это мощнее бомбы. Ищи подоб... Я понял, что надо искать их, чтобы пройти уровень. Это же очевидно. Ну да, это надо, чтобы объяснить маленьким детям. Думаю, что маленький я сразу не допёр. Но теперь-то... Но теперь я могу вспомнить, это зависит от этого. Так, быстрее проходим. Так. Опа. Опа. Крушим. Не знаю, зачем я раз его просто так потратил бомбу. Никуды. Опа. На. На, бомба! Ха-ха! Крушить, уничтожать. Пуля, на, разнёс бомбу. Итак. 80%. Все еще лунтик. Так. Ну да, сейчас у нас поделили. Даже пожелтело что-то. О. Интересно, даже поранжевело. Так, тут не видники больше. Хорошо. Нас не будет. Наш черняк отвлекать не будет. Так. Нажимаем. Так. А, смесил черняк, а колосяш отвлекать не будет. Нажимаем и уничтожаем тут все. Так, опа. Бомбы, бомбы, я хочу бомбы. О, это кто же, это даже лучше. На. О, надо скинуть эту штуку. На, уничтожил целый ряд. Так, уничтожать, крушить. Оп. Кисточка наполнилась. Волшебный. Общий счет. Нафига ремонтный. Ну, нафига ремонтный, нафига тысячный. Так, репейник. Окрасился. Так, появились блоки. Чтобы сломать, дай мне сломать под ней. На, на. Хи-хи-хи-хи-хи. А тут можно? О, тут можно. Так просто, но это на этом уровне так просто. На других уже будет не настолько просто.
как здесь. Все максимально просто. Опа. Бомба! Жахнуть! Кинуть! Кинуть ее со скалы. Это фигово. Я тут ничего не рушится почти. Так, разрушаем. Разрушаем. Никуда. Ладно, может здесь пожертвуем. Правильно сделал. Опа. Опа. А, нельзя взорвать. Зато можно так сделать. Опа. Такие пузыны спускаются. О, лунтик, наконец-то можно здесь крушить и уничтожать. Так, а здесь как протолкать все эти дерницы? Максимально забаррикадировано все. Вообще никак. Абсолютно никак ничего не наворотить. Ух. Ух, ё. Молодец! Да, скорее всего, этого не будет уже лунтик. Это уже будет четвертый от снизу. Опа, все рухнуло. Опа, а? Опа. Сейчас будем снизу пробиваться. Ну, что теперь появилась возможность? Да нет тут никакой возможности. Да все забаррикадировано. Куда, стой. Пробиваемся внутрь. Пробиваемся, то там они без нас не справляются. Наконец-то мы разгребли эту дерьмо. Можно идти в атаку. Опа, наконец-то. Мы разгребли тут все к чертям. Так. На. Так, я уже вижу, что тут все трясется. Наконец-то. Эта фигня заполнила. Так, ну это уже будет хреново. Это четверошник Куя. Хорошист Кузьма. Так. Так, что окрашивает? Ромашки, листики, вот этот цветок, колокольчик даже окрасился. Еще пара раз, и все снова станет прежним. Нажимаем. Тут ничего любопытного нет. Так, тут ничего любопытного нет. Так, на. А это что вот эти вот забаррикадированные блоки каменные пакостят мне. Ну, это вообще не критично. Так, разрушаем. Спускаемся вниз и крушим снизу. Так, мне кажется, лучше всего. Изнутри разрушать. Опа! Так, надо протолкнуть все вниз. Да, лунтик, разрушай! Лунтик, разрушай! Разрушай здесь все. И всех. Точнее, все. Тут нет никого, кого лунтик мог бы разрушить. Давай, опа! Так. Тактический ход. С этой штукой был. Опа. Так. Что-то фигово. Не складывается. Да, лунтики, встаньте так, чтобы можно было вас уничтожить. Всех дружненько. Так. Лунтики уничтожают все. Лунтик или куда? Теперь мы, видимо, будем со скатываться и скатываться до Пупсиня и Пупсиня. 6%. Это лунтик все еще. Да ладно. И что, все покрасится кроме самого верха? Да. И осталось покрасить небо. И можете переходить на следующий уровень. О. При активации этот бонус удалит все фишки того же цвета на игровом поле. А это вообще куда уходит? Опа, уничтожаем! Нифига себе мощь! Мощно! Офигенский! Оп! Мощь! Мощь! Который нужно считаться! Ух! Лунтики разнесли тут всё! Фигам! На! Быстро! Что-то уже будет хорошо! Надеюсь! А то вдруг надо было ещё лучше! Нет, один финал. Лунтик, мы пока только одну четверку получили. 304 секунды. Опа! Небо окрасилось, яблочко. Ну что ж, идем дальше. А, надо еще раз? Не круто. Так.
Давай-ка сюда. Хоть мне уже уничтожать. Уничтожаем. Ладно, уничтожаем пока есть. Так, опа, это можно уничтожить. И это можно уничтожить. Изнутри уничтожай, круши, ломай. Опа. Так, мощные фиговинки взрывал. На, мощь. Все уничтожил. Можно пробивать середину. Кузи, уничтожьте тут всех и вся. Все уничтожь. Кузя. Так, Кузи больше уничтожать не хочет. Оп. О, как интересно. Опа. 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 Хорошо. Хорошечно. Отлично. Так, рушить, уничтожать. Уничтожать все это непонятное дело. Понятное, но мы будем вот так поражаться. Как показать, что да, ну типа не нравится, надо это уничтожить. Ну и понял. А, дай посмотреть. Переходим к следующему пытанию. Почему Кузя? Долго делал. Жалко. Переходим на следующее там. Кузя, Лунтик, здорово. Лунтик, я тебя везде ищу. Что случилось? Куда делись все краски? Посмотри, что со мной стало. Кузя, я помогу тебе. На, палкой по голове. Как здорово! А что будет с нашим прудом? Не волнуйся, наш друг нам поможет. Помоги нам, друг. Держи. Так, мы сейчас поможем. Пока эти глаза сразу просто упрыгнут отсюда. Не хотят помогать. Так, опа, это что такое? Это бонус-часики. Если его активировать, то ты получишь дополнительное время для игры. О, ну это не слишком-то важно. По сути, это не важно. По сути, это важно только для набивания очков, но для самой игры это не важно. От слова совсем. На. Уничтожь. Её. Так. Так. Уничтожено уже всё. На молды. Вот сколько там высчитает. Время, кстати, сбросилось или нет. 96%. Идеально почти. 32. Тоже накрасить от пруда начало. Нет, начало раскрасились эти деньги. Так, раскрасились. Сначала это было вот такая. Коричневые клетки разбиваются, когда ты удаляешь фишки над ними. А, и прокопу. Надо уничтожать их. Окей, поуничтожаем их. На, уничтожим. Все. Все, пошло вон все отсюда. Так, Лунтик, Лунтик. Ах, нет. Да, ну что тут не совсем. Должно быть хорошо, да, если здесь. Или будет плохо. 80%! Долго я делал, однако. Эти 31 секунду. А сей кувшинки, да, краситься не хочет. Так, ладно, дальше. Опа. Так, ну тут мы будем разрушать не эти, не камни, будем разрушать вот эти вот коричневые штучки дрюки. В принципе, я не знаю. Главное, чтобы в этой главный смысл в том, чтобы можно было играть. А главный геймплей тут это как раз эти разрушения всякого разного. Так что нам не принципиально, что разрушать. Опа, на мощь. Ой, колонтиков прибинов было. Так, а тут. Так, опа. Отлично. Пошел вон. Вот так. Кто-то. На. На. Сейчас не работает. Придется все скинуть. На. Опа, наконец-то. Ну-ка, ну-ка. А, спрятался подлец. Опа, отлично. Нажахнуть время. О, тут еще. А что еще осталось? Где? А, вот дрянь.
Ну все, мы как чисто далеко убежали. 52% всего лишь. Это все еще лунтик. Позже мы встали всего лишь один раз. Что значит, раз покрасить-то вода? Да, ура, вода! Вода и отражение. Домик! Будем крушить домик. Вот одновременные блоки и коричневые фиговины. Сейчас они одновременно разбиваются, так не всегда. Так, крушить. Крушим. Опа. Молодец! Молодец, сказал Лузик, он меня похвалит. Ури! Опа! На! 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 Мастера уничтожаем! Опа, лунтики! Уничтожать! Смотри, сколько пуль можно уничтожить, зара! Фишки не успели заполниться толком, а мы уже все расфигачили. Так. Проблемы у нас на левом фронте. Пошли на правый пока разберем. Торт. Так, ну давайте, денег поуничтожаем, что ли. Вот лунтики нас спасут. Да блин, забаррикадировалась. Фиговина этакая. Опа. А тут баррикаду нам подвигли. Опа. Погоди, Дини, не уходите. Ну все поломал там себе. Не надо было как этот масштабный взрыв. Все, разгребаем, разгребли. А надо было бы это же. Смотри, приколдик. Лунтик все еще. Так, что окрасилось? Камыши? Вот растения, которые мы привыкли называть камышами, хотя камыш это на самом-то деле что-то другое, насколько мне рассказывали. Я что об этом узнал. О, варенье. Для прохождения уровня удали все баночки с вареньем. Баночка удалится, когда она станет частью группы не менее чем из трех одинаковых фишек. Уничтожить. Так. Опа. Оп, уничтожил. Надо сюда денег наскидывать. Так, как мне все тут провернуть? Опа! Никакого эффекта особого не было от этого. Опа! А вот сейчас надо лунтиков сюда продвинуть. Опа, продвинул. И сюда надо лунтиков. Сюда надо денег. Это ж день, а не его тёлочка. Вроде он, а не у нас. Так, ну куда? Да блин. А, уничтожить. На. Денег навали побольше. Ты куда куть каких-то? Ура, уничтожено. Это дурацкая банка. С огурцами или с вареньем. Варенье вот здесь. Но мы предположим, что там огурцы. Максимально невкусные. Так, лунтик. Так, что там опять? Вот это вот цветок. Камни, всего лишь камни. А нет, еще берег. О, сильно окрасилось. Много. Это что за гриб? О, наши старые знакомые. И наши нелюбимые друзья вернулись. Так. На. Ах ты, зараза. На, уничтожай! Как можно быстрее и лучше. Так, надо Дениса толкать. Опа, ну и вот так можно. Не запаривай. Так как? Опа. Так, теперь нужно банки как-то эти потолкать. Ну какие Дени посыпались. А надо их вытолкать? А, надо их вниз вытолкать. Как я должен сделать? Так только. О! Или так. Как-то
Так, ладно, 7%. Лунтик. Ну, на сей раз покрасится задний фон. Берег покрасился, и да, задний фон тоже. Видимо, последний уровень на берегу пруду. На берегу пруда. Или как это правильно говорить? Так, дальше пошли. Опа. На, уничтожить. Ух ты! Уничтожить. Комбо. На, кладим комбо. Люто. На, надо быстро это делать, чтобы больше очков зарабатывать. Я об этом не знал. Можно было логично предположить, если есть в каждой подобной игре, что надо делать быстро и на комбо. Я об этом не подумал. На. Лунтик прям радуется, когда делаете комбо. На, уничтожить все. Так, а теперь надо Дине взорвать. Так, и тут освободить. Опа. На, Кузи, уходите, вас не ждут. На, мощно прошел этот уровень. О! Очки только на этот уровень так много. Эй, девочка, все еще удерживаем лунтиков. Это хорошо. Так, на следующей локации. Здравствуй, пчеленок. Здравствуй, Лунтик. Почему ты такой грустный? Пчелам нужно собирать нектар, а все вокруг изменилось, и нектар другой. Не переживай, пчеленок. У меня есть волшебная кисточка. Сейчас я тебе помогу. О, здорово. Спасибо, Лунтик. Но как же быть с нашей полянкой? Не волнуйся, наш друг нам поможет. Помоги нам, друг! Держи! Да поможем, только уже в другой серии. А вы пока идите отдыхать. Так, ну чё, лети отсюда, давай, быстрее. Что-то он как-то медленно улетел. Так, теперь меню. Сохранить и выйти. Ну что ж, а на этом сегодня все. Всем просмотр, ставь лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на плейлист. Всем пока-пока и до новых встреч.